поселок Черное. Вот тут 6 домов стоит, двухэтажек. И штуки 3-4 деревянных, не какие-то заброшенные. Вот дядь Гоша. Вот сюда я к нему прихожу заряжать аккумулятор и телефон. Да на память видео делаю. Вот он мой аккумулятор. Такой. На 2 дня хватает. В будке делать нечего. Прихожу каждые 2 дня заряжая. А вот там живет лесник в первом доме. Вот он мне обещал камазовский аккумулятор зарядить. Он говорит, числа 15-го. Сегодня у нас 12 мая. Так, вот он один свет. Вот она вмятина. Так. И сама ступня. 1, 2, 3, 4, 5 пальцев. И тут коготки. Так, это вот один след, да? Вот он второй. Вот он. 1, 2, 3, 4, 5 пальцев. И вон видно. Вот когти. Вот они. Это буквально вот полкилометра вот туда вниз. Полкилометра вот там поселок. Вот такие пироги нафиг. Жутковато, конечно, ходить по лесу. Вот этот огромный, бля. Вот он, бля. Сейчас я траекторию нарисую. Вот он. Так, есть еще волчьи следы вот там. А вот там следы или косули, или сахатова. Ну, в общем, такие вот, как коровьи. Коров здесь люди не держат. Тут 5 домов всего стоит. И люди здесь, как дачи, в основном пользуются ими. Ладно. В общем, раннее утро, 6:00 утра. Иду от станции, вот буквально дошел уже. 300 метров осталось вот за тем столбом. Иду, вижу муравейник разотранный, да? Понимаю, что только медведь может делать, потому что недавно этого не было. Смотрю, следы, в общем. Следы, вот они. Вот они, 5 пальцев. Вот они, свежайшие следы, ёпарасота. Ну, вот эти маленькие следишки. Вот видно, свежие буквально. И вот как он разодрал муравейник. Пойдем смотреть, что там. Что там у меня с балком. У меня при себе вот петарды вот такие. Одна. Ну вот, подошел я. Вот он мой балок. Вот должны мужики приехать, делать вот этот трактор. Вот трактор заржавел уже нафиг, стоит больше месяца тут. А я уже посидел. Посидел вот здесь, там. Ладно, все, пойду я отдыхать.